Всем привет, ребят, с вами Дон, скоро будем устанавливать Windows 95, Windows 95 от компании Microsoft. Что это было? Неважно. Я покажу, как сделать PSOC на Windows Vista потом, когда установлю его. Так. А сейчас, ребят, переустановлю пока, когда будет. Все, ребят, я Windows Starting Windows, и я когда сменю на диск, он тупо сам запускает сетап. Итак, нажимаем далее. Enter. Нажимаем Enter дальше. Вниз. И Enter. Потому что, ну, это значит, так тоже Enter, и сейчас будет перезагрузочка. И у нас выйдет сам штаб. Windows Start Windows 95. Взаимно. Опа. Снова. Что это? Надеюсь, это не снова тот штаб, который я был. Надеюсь, надеюсь. Я никак. Так, Enter. Он форматируется, ребят, все форматирование. Он всегда на диск всегда будет форматировать, и потом копирование файлов будет, и все. Ну, копирование идет позже, это форматирование. Тут, вот видите, на, мы можем подождать, это же Windows 95, это не какой-то, блин, ваш Windows 10 вонючий. Это как, не какой-то Windows 10, это все потруднее. Это не XP какая-то. Это Windows 95, это трудно. Видите? Давай быстрее. Так, на 100%. Дальше. По-моему, нажимаем Enter. И у нас идет. А, да, все форматирование, копирование файлов. Идет. Это как. Как быстро. У меня такой, блин, компьютер был. Так быстро запускал Windows. Ну, это очень неудивительная штука. Для меня она вообще моя любимая винда. Самая любимая — это Windows 7. Не забудьте. Моя любимая винда — это Windows 7. Сейчас мне не нравится. Особенно на Intel Core i5. Его папа, блин. То, блин, диск жрется, то еще, блин, жрется. Ну, мало ли чего. Он когда даже файлы не запускает, некоторые. Бывает такое. Мне так бомбит, вы не представляете, как бомбит из-за папиного компа. Я даже его треснул. Так что он упал, что-то там упало. И он до сих пор работал. С Windows устанавливаю, конечно, а куда еще устанавливаю Windows? На жопу, что ли, диск? Или куда? Ну, можно и на D, но он странно то, что... То есть у Кристины старше 3D, а вот... Ну, она в буке, а вот на моем диск C, а на папином диск E. С... СДЕ. Нифига. Ну, конечно, обычную. Нет, блин. Ноутбучную, что ли. Кстати, я еще покажу, как установить Windows 98. Microsoft Windows 98. Ой, нет, я не знаю, каких, никаких ключ-продуктов. Так, юсер. Клавиатура. Пишем. Как хотите, но я напишу Windows. Да. Это мой юзер. Да. С
Я должен был, по идее, это с двумя буквами, но мне нравится с одной. Пароль пош... Я не буду пароль вам. Не буду блокировать компьютер, блин. Это на обзор они? Эволюция моя. И не обязательно время на всю память. А, пошли в жопу, я не буду там ничего писать. Далее, нажимаем грязь. Хотя обычно там что-то нажимает, а потом далее. Ну, в этом эмуляторе легче. Раньше щелком на вокталке они быстрее. Лучше, что он быстрее скачивается в Windows. Ну, на самом деле не так. На самом деле, раньше компьютер считался 15 минут. Это вообще был один час считался. Раньше. По часам. Это вам не... Что? О, конечно, блин. Ок, ок. Ну чё? Просто вот так вот нажимать и всё. Не будет плевать. У меня нету больше дисков, what the fuck. А, ладно, cancel нажму. Cancel. Так. Блин. О, барабанчик! Это барабан, игра. Это просто барабан. О, welcome Windows 98. Я пробую не такой welcome. Welcome. И тут, в общем, вот так и становлюсь Windows 95. Противника, правда? Сколько я минут снимаю? У меня 800-480 разрешение экрана. Кстати, если там P написано 480 и так далее, то это не 480 на 600. 600. Это не рублей P, это разрешение экрана. Получается. Даже ты так и написано было. На Юле. Видите, вот какой компьютер. Прикинь, у меня такой долг был. Он какой-то старый на вид. Видите, какой старый. Пузаненький, кобняненький. Ну ладно. Pick and play. Ну, не важно. Еще на Windows 95 можно скачать еще игры какие-то, которые не тянут на реальных, на новых компьютерах. Хотя сам лучший Windows 95 это 98. Ну, и а самый лучший Windows из всех это Windows 7. Десятка это полное говно. Они там нифига не работают. Некоторые даже лишние программы там даже есть. Просто установки. Есть такие сборки, которые вообще брали некоторые. Все, конца. Теперь сейчас ждем. Опа. Что? Все, ребят, все момента, это заканчивание установки. Нет, нажимаем фэш. Я... Ну, вы знаете, что это будет. Так, идет перезагрузка, и сейчас должен полностью Windows запуститься. И требует еще установку каких-то драйверов. Которые нафиг нужны. О, вау! Это прикольно! Тебе прикольно, не представляете, как это прикольно. Я такое никогда не видел. А можно мне такой фон поставить? И мышка. Но если брать так, то реально красиво. Вау, просто вау. Просто на как вау. Ой.
Клавиатура. Я смотрю, что тут мышь, потому что куда проще, чем... Ну, как называем. Не, я не буду ей это устанавливать. Я ненавижу такие штуки. Можно бы компьютер сейчас бы завершил тупо? Тупо за... Если у тебя ошибка, и тебе дали там это, то он просто без этих дисков тупо не будет устанавливать Windows. Сколько там? И тебе идет. Надеюсь, памяти хватит для этого. Можно нарисовать. Ну, я не знаю, я могу попробую один раз порисовать. Но я просто не боюсь сейчас рисовать. Вдруг у меня в запись все порвется и все. Или экран тупо зрушится. Да, дырка зрушится и все. Стик обычного как мира. Но я в академическом, прости, но я в академическом, ты не прав. Ты. Ну, конечно, он не прав, потому что это английский эмулятор. Нажимаем лоб, и все, сейчас Windows запустится. Так, идет перезагрузка, дальше идет сам Windows запустится. Должно запуститься. О, Windows 95, наконец этот логотипчик. Ребята, у меня почти... Это не моя ностальгия. Windows 3.1 это был реально ностальгии, потому что я помню такие. О, все, ребят. Мы установили Windows. Не забудьте, ютера тут нет. Можно экран запустить. И тут только клавиши не работает. Как здесь не транслируется, просто ком пишешь. Ничего не пишет, просто ничего не пишет. Продолжать. Отцепись. Отцепись. Все, ребят. Также нажимаю сюда, и тут ничего не будет работать. Смотрите, тупо ничего не будет работать. Нажимаю сюда, пишем кон-кон. Видите, ничего не пишет. А кон-кон я еще пользуюсь. Можно еще, кстати, по-другому, если вы возникает проекте, просто создать. Не работает. Ну нафиг, я его включаю. Ну, ребята, я еще показываю видео, как я устанавливаю Windows. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Windows Dev. Всем пока! Всем? Я сказал всем пока! Может, без звука надо такая вираску скачать. Ну, это я без вас справлюсь. На интернете найти. Ладно, ребят, всем пока. Пока.